Татьяна Владимировна Шик встречается с представителями Народного фронта уже не впервые. Жительница Рощинского регулярно привозит в пункт сбора гуманитарную помощь, которую изготавливает собственноручно. В преддверии зимы Татьяна Владимировна решила связать шерстяные носки для российских солдат и жителей Донбасса. Пошла к подруге по интернету, нашли номер телефона Народного фронта, связалась с ребятами. Все, вот они приехали, забрали. У меня дома еще пряжа есть, я еще буду вязать. На этот раз Татьяна Владимировна привезла с собой 32 пары вязаных носков. На изготовление одной пары уходит день. По словам женщины, сделать что-то своими собственными руками для блага других – это высшая степень проявления заботы и поддержки. Многие жители и организации города принимают активное участие в проекте «Все для победы», который запустил Народный фронт. Каждый помогает тем, чем может, что еще раз доказывает – самарцы – люди с большим сердцем. Большое значение на сегодняшний момент имеет то, что проект перерос уже не просто как в пункт сбора, а включение людей в общее дело. То есть сегодняшний пример – это когда человек своим участием, своими руками стремится помочь. На интернет-портале «Проект Народного фронта. Все для победы» можно найти всю информацию, связанную с гуманитарной помощью, в том числе перечень необходимых вещей и продуктов, контактные номера и адреса пунктов сбора. Всю информацию можно также узнать по телефону 242-01-42. Александра Гусева, Василий Колдашов. События.